Нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В конкурсе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет. Наличие высшего образования, стаж работы не менее 5 лет и знание государственного языка не ниже среднего уровня B1. Кандидаты, соответствующие этим требованиям, пройдут поэтапный отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Для начала необходимо подать заявку на сайте pkreserv.gov.kz и загрузить копии необходимых документов. Затем все участники, соответствующие требованиям, будут допущены на первый этап оценки способности работать с текстовой информацией на вербальное тестирование. 50% кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, пройдут на числовое тестирование. После будет верификация тестирования, где примут участие не более 1000 кандидатов, показавших наивысшие результаты. Из них только половина кандидатов пройдут на следующий этап – решение ситуационных задач. Оценку компетенций ассессмент-центра получит уже не более 250 человек. По результатам данного этапа на интервью по компетенциям будут допущены не более 125 кандидатов. На собеседование к экспертной комиссии пройдут не более 100 человек. Далее будет заседание национальной комиссии, где будут рассмотрены не более 65 кандидатов. И только 50 из них по итогам конкурса будут зачислены в президентский молодежный кадровый резерв. Президентский молодежный кадровый резерв. Выбор нового поколения.